Всем привет! Это канал RFM, и у нас неприятность. Слава богу, вроде бы не закончилась трагедией. Ну вот этот умнейший попугай взял и распотрошил лампу. Просто. Просто вот взял, вот у меня в руке, я выхватила у него кусок из клюва. Дальше оно уже просто упало у меня из рук от того, что я испугалась и разбила. Сейчас придется убирать капитально в комнате, потому что босиком бегает ребенок, плюс все животные. И этот милейший попугай, иди уже. Вот он. На секунду я отвернулась. Блин, я включала вчера эту лампу, ну, и лифсику, и волнистику. Придется теперь покупать новую. Но то, что покупать новую, то бог с ним. Она уже, в принципе... Куда? Вот тебе мало было? Вот же ж, блин, умный. В общем, следите за своими животными, потому что они иногда выкидывают такие финты, о которых никогда и не подумаешь. Не давала ему покоя эта лампа, к сожалению. Спасибо за просмотр. Будьте осторожны, берегите своих питомцев. Счастливо!